Я даже проходил обряд экзорцизма, из меня выгоняли бесов, потому что я думал, что, возможно, в этом причина. Мне принимать алкоголь, ну, совершенно невозможно для меня, потому что вот те симптомы неуправляемости от принятия алкоголя, они никуда не денутся, они во мне. Не осталось никаких ресурсов, чтобы продолжать с этим бороться. Это когда от меня отказались родные мои, да, потому что я был невыносим. Я понимаю сейчас прекрасно, что я себе представлял, потому что это страшное дело на самом деле. Те, кто сталкивался с этим, они знают, о чем я говорю. Вот. И я ни в коем случае не в обиде на них, я им даже благодарен за то, что они предоставили мне возможность попытаться изменить свою жизнь. Поддерживая образ жизни, который мне, опять-таки, повторюсь, предложили вот в анонимных алкоголиках, у меня не возникает сомнений, что моя жизнь будет счастливой, свободной и радостной в дальнейшем. Я на самом деле очень благодарен тому, что я стал алкоголиком, потому что если бы не это, я вряд ли бы когда-то узнал бы истинную суть вещей, истинную ценность жизни и для чего я вообще живу, для чего я появился на этот свет. С этим состоянием я не смог справиться, хотя очень рассчитывал на свои силы. Я думал, что я такой умный и волевой, целеустремленный человек, что мне это не доставит труда. Но оказалось, что это не совсем так. Хотя мне и неприятно об этом вспоминать, и говорить об этом может быть не совсем приятно, но я говорю об этом и буду говорить для того, чтобы люди, которые столкнулись с подобной проблемой, знали, что есть из этого выход.